А вам не кажется, что ваше место возле параши? Очередное вложение в средств выгодное. А она что, отдельно, что ли, ставится? Просто? Гадюшник очередной. Изготавливается вот отдельным узлом, потом ставится на станцию. Хочешь, ставь, хочешь, не ставь. Ой, как воняет. Ну, это, то есть, не от этого станка, это как универсальный такой агрегат. Они могли быть. Может, от этого, может, я уж там не разбирался. Может, от другого. Тут электродвигатель, да, стоит? Да, отсутствует двигатель. Крутит эту штуку. Двигатель-то всего 90 ватт. Ну, там передаточно, а тут двухступенчатый какой-то червячный редуктор. Там два оборота в минуту. Кто не понял, это магнитный сепаратор, так называемый. Тебе еще насос барабан. Для сож потом надо еще делать будет. Так, насосов-то у нас два валяется. Это представляет ценность. Новые такой стоят 20-30 тысяч. Они изготовляются и сейчас делаются. You must be kidding me. Потому что они умирают. А в чем принцип работы-то? Я что-то не пойму. Крутится вот этот барабан. Объясняю. Видишь патрубок? Сюда поступает жидкость, сож. Угу. В эту полость поступает. Тут крутится вот этот магнитный барабан. Он реально магнитный. Слабенький, но магнитит. Там сильный-то и как бы не нужен. Вот здесь, видишь, пружинки. Должен стоять такой отжимной ролик. Ну, воду отжимает. Как это, как на стиральной машине. Здесь это уже колхоз. Здесь латунное лезвие, когда скребок. Соскребает вот этот шлам. То, что вращается туда. Туда вращается. Вместе. Да. Из полости оттуда поднимает то, что примагнитилось. Сюда шлам. И куда-то в этот там в отстойник. Контейнер какой-то. А отсюда сливается типа чистая вода. Прислали, короче, вместе с говном. Давайте посмотрим. Еще не заглядывал. Загляни сюда. О, Господи! Такая вонь стоит, что хоть святых выноси. Jesus Christ. Holy crap. Ну, значит, работает. Что-то, значит, наотмывал он. Да, наотмывал он, говнище было. Мне сейчас придется руками, блин, убирать. Вот люди вообще не парятся, с говном прислали и все. Домой возьми посудомоечную машину. А я мою там все, блин, это чищу. Смотри, какой косяк-то. Блин, что за... Ё-моё! Стенка волна. Она же алюминиевая. Ну, алюминиевая, ладно, еще можно заварить-то. Хотя тут, конечно, сварки будет много. Ну, я просто тоже вопрос, надо ли вообще ее? А что, как она не рабочая стенка. Ну, как урони, или все. От нее же ничего не зависит, вот полость. И тут и смотри, какая отломана. Коррозия, да? Какая-то страшная коррозия. Так алюминий съела? Ну, если бы съела внутри, но внутри, может, тоже. Ну, блин, так-то жестко. А что, он там купается прямо в этой, в суше, что ли? Так я тоже думаю. Ну, внутрях понятно, а с этой стороны какого черта? Все равно сюда подается, туда стекает. Здесь-то откуда оно взялось-то? Фиг знает. Вот эта вся конструкция стоит прямо, ну, вот на верхней этой, на крышке. Тут рядом это насос, это сож. Неожиданно серьезные трудности вызвала разборка. Корпуса подшипников или обоймы, или как я их называю, стаканы, не желали выходить. Не разбирается. Ну так и сказали. Все вырвите, потом подшипник только выпиливать оттуда. Удалось достать подшипники лишь путем их разрушения. Варварство. Все, шарики все сейчас в один край, и по одному их так доставать.
перекосился и все встал. Металлическое что-то. Вот только удалось выбить подшипник. Так, все, болт вырвал. Хорошо. Теперь давай этот. Воу! Мощно. Вот теперь видно конструкция, как выглядит. Что надо делать? Я вижу, обе обоймы приварила наружную. По одному кольцу-то еле сняли. Два сразу же, еще жестко сваренные. Как с той стороны так же все сделали. Все. Обратно уже не поставишь. Еще не надо ни колоть. Барабан болтается. Но не достается. Комрады из чипмейкера дали пару дельных советов по разборке. Нарезал дополнительные резьбы для извлечения стаканов. Сделаны они из силумина, но запрессованы очень плотно. Какое говнище. Пипец просто. Посмотрим, как это пойдет. Это вот идет, это нет. Идет. Нет. Вот этот все уперся, видно. Ну, это да, звук такой, что уже все на грани там. Это бесполезно, мне кажется. Столько лет она там ржавела, что... Все, что? Голова. Ну, мастер. Та-дам! Ё-моё, с него ж капает. Клоак. Главное, это не такое уж ржавый, да? Вообще не ржавый. Какой-то вороненый, он что-то видишь? Отлично! Мяком вообще, когда-то как из сортира. Пи***ц. Вандергет тут. Жескач. О, как напахнуло-то. Концентрирован. Аж глаза заслезились. Вот это жопа. Передает сюда. Не вижу ничего. Вонище, we'll be right back.
Это целое колесо, более-менее такое нормальное. А это, смотри, что. Нифига себе. Все кикосом. Это первичный вал. Да. Ну, это еще поработает. Оно-то, да, должно как бы толкать. Ну, это стружки. До хрена. Та-дам. Че теперь? Хрена себе. Ну, как бронзовая, это могла ее так сажать, поломала, может. Бронзовое колесо сточило стальной червяк. Смотри, видишь, забоина такая. Зубилом. Да, мы не могли шестигранником открутить, а тут зубилом, тут срубили уже кусок, тут зарубились и бросили. Такая жесть.
как так поело? Вот так вот берешь, ковыряешь, а там вот такая коричневая дрянь. То ли это вот какие-то, блин, соли, алюминия, то ли это уже эпоксидкой, знаешь, что-то залито. Ну, видишь, какая была красивая. Так вот и не надо ничего красить, пусть она... И вон, смотри, внутрях тоже какие раковины, почти насквозь. Как начнется какая-то, видать, реакция, и начинает проедать такие ямы. Болтики-то вообще съело все, их не существует. Да, это уже новые отверстия, они просверлили. То есть кто-то уже ее это ремонтировал, восстанавливал. Вот это болты старые. Этот не смогли выкрутить, уже что-то нарезали тут. Тут почти сквозные дыры уже. На это эпоксидкой заливать. Если уж там полезет или насквозь протечет. А бывает и такое. Останется только выбросить. Алюминий прореагировал, а это кремний остался. Тут же еще такая крышка должна вот на этих петлях. Такая крышка, все закрывалось. Так, ну вот, раскидал этот сепаратор. Труба согнулась. Там эта резьба уже насквозь. Этим газовым ключом ее раздавил. Она не родная, она неправильная, потому что как уголок она вниз должна идти. Надо будет подшаманить вот этот валик, потому что тут этими манжетами проело. Не знаю, что шлифовать или уменьшать-то нельзя, да, в диаметре. Он болтаться будет в сальнике. Ну, короче, надо подумать. Перебрать надо будет редуктор. У него съело вот этот первичный червяк, первичный вал. Нарезать будем червяк. Подшипники все под замену. Сальников нету тоже. Надо все покупать, заказывать. Вот эти стаканы. Ну или корпуса подшипников. Пострадали при извлечении. Тоже будем точить. Ну и самое главное. Вот этот корпус придется восстанавливать эпоксидкой. Эпоксидной шпаклевкой. Замажем. Все. А насчет заварки вот этой дыры. Еще вопрос остается открытый, потому что, в принципе, это ребро и не нужно. По сравнению со всем остальным, магнитный барабан в удовлетворительном состоянии. Это единственное, что не придется ремонтировать. А на этом, ребята, давайте пока припаркуемся. Буду пока искать запчасти и продолжим заниматься сепаратором в одной из следующих серий.